Всем привет, с вами Информ ТВ. Сегодня суд рассматривал ходатайство следствия о продлении ареста нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. Сообщается, что футболистам продлили срок ареста до 8 апреля. Стоит отметить, что за Александра Кокорина был предложен залог в размере 10 миллионов рублей. Про Кирилла, брата Кокорина, ничего не говорится. Сторона Мамаева предложила внести за хавбека залог в размере 6 миллионов. На заседании суда присутствовала жена нападающего «Зенита» Дарья. Супруги Павла Аланы не было. Напомним, что Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий находятся под стражей в качестве меры пресечения по уголовному делу за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года. Они были заключены под стражу на 2 месяца. Позже их арест решили продлить до 8 апреля. Самые свежие новости на нашем канале. Подписывайтесь.